гражданам Сербии практически там тяжело жить. В общем, угнетают их албанцы со всех сторон. Практически прогнано более 500 тысяч человек последних 20 лет. А помните эти события несколько лет назад, когда там сжигали церкви православные, когда убивали всех православных. С другой стороны, тоже защита культурного наследия. Вот памятники культуры, церкви, монастыри православные на Косово и Метохии, это десятки веков, и защита этого культурного наследия является очень важным вопросом для Сербии, и мы имеем полную, абсолютную поддержку всех православных стран, и еще раз огромнейшую благодарность всем, которые нас в этом поддерживают.